Это был отличный день. Девушка из Мельбурна ехала на своем коне верхом вдоль берега. Прогуливаясь по знакомым местам, неожиданно, лошадь девушки, жеребец по имени Астра, попал в ужасную трясину. Хозяйка полезла в трясину вслед за своим конем, чтобы помочь ему выбраться. Ровно 3 часа Николь пыталась помочь бедному коню, чтобы хотя бы он мог дышать. Из-за огромного веса животного Николь провалилась в грязь, ее начало засасывать тоже. Вскоре прибыла служба спасения. Спасательная служба прибыла вместе с ветеринаром и фермером. Они жили неподалеку от побережья и согласились одолжить транспорт, чтобы вытаскивать коня. Астра просто нуждался в успокоительном уколе. Конь бился в грязи, ничего не мог поделать. Ничего не помогало вытащить коня. Спасатели даже вызвали вертолет, но даже это оборудование оказалось бесполезным. Прилив подбирался все ближе. Вскоре спасательной службе удалось вытащить лошадь Астра. Когда конь выбрался на сушу, он грохнулся на землю от изнеможения и больше не мог идти. Дома Николь помыла коня и пообещала ему, что больше не пойдет с ним на прогулку в это ужасное место. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.